Добрый вечер, Харьков. Добрый вечер, любимый город. Ты пригласил меня на свидание, и я пришла. Может, присядем, поговорим? Есть тема. Как это какая? День Святого Валентина. День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Немного истории этого праздника. Все началось с того, что это вообще католический праздник. В те далекие темные времена властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что мужчина одинокий, больше крепче на поле брани крепче дерется, чем женатый, чем обремененный семьей, женой, детьми. И он запретил мужчинам жениться, а женщинам выходить замуж. А святой Валентин был обычным полевым врачом, священником. Ему жалко несчастных влюбленных. И он тайно... Ты меня слушаешь, Харька? Не перебивай. И он тайно под покровом ночи освящал браки мужчин и женщин. Потом это стало известно властям. И его посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни. В тюрьме он познакомился с прекрасной девушкой Юлией, дочерью надзирателя. И перед казнью влюбленный священник написал ей письмо, где писал ей о своей любви в форме валентинки и подписал: «Твой Валентин». Письмо Юлия прочла уже после казни, после смерти Валентина. А казнили его 14 февраля 269 года. Представляешь, Харьков, когда это было? А мы сейчас, каждый год, это вот почему 14 февраля мы говорим День Святого Валентина, День всех влюбленных. Дорогие харьковчане, дорогие гости нашего города, мы сейчас живем в другое время, мы можем свободно любить, признаваться в любви, смотреть человеку в глаза и говорить: «Я люблю тебя, слышишь? Люблю». Создавать семьи, рожать детей. Это ж так прекрасно. Девочки, хорошие мои. Я, знаете, что по секрету скажу, чтобы мужчины не подслушивали. Это такой эликсир сбросить лишний вес. Это даже не то, что не кушать после шести, отказаться от сладкого, от мучного. Но когда ты любишь, это просто... Ну, это я вот, девочки, по себе вот как-то, да, заметила, да? Поэтому не бойтесь любви. Живите любовью. Пусть она вас освещает. И можно... Я скажу, что вот мужчинам... А женщины возраст нет, когда она любима. Когда она любима. Вот у женщины нет возраста. Ну ладно, хорошо. Пойду потанцую на площадку. Ты со мной? Ну как хочешь. Я танцевать могу, я танцевать могу до самого утра. Как будто ты со мной, мой Харьков, мой родной, я счастлива сейчас. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну ты пойдешь на танцы, нет? Ну ладно, как хочешь, я ушла. Все, пошли.